Здравствуйте, дорогие друзья! Я депутат окружной думы Владимир Гольцов. Мы с вами находимся на пассажирском причале номер 7. Все вы знаете наши местные проблемы, касаемые транспортных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. В период навигации все мы пользуемся услугами морского порта Анадырь, а в частности катером «Камчатка». Но, к сожалению, вместимость Камчатки 50 человек, не более, так как у нас действуют правила безопасной перевозки пассажиров. Вот, многие остаются в дни рейсов Москвы, Хабаровска, многие остаются на 10-м причале, так как ограниченное количество пассажирских мест. Вот, на ветру. Те, кто не попал на катер, остаются ждать следующего рейса в не совсем благоприятных условиях. Бывали случаи, что и инвалиды, и пассажиры с детьми находились под открытым небом довольно продолжительное время. В межсезонье прекрасно знаете, что можно переправиться на другую сторону либо вертолетом, либо на катере воздушной подушки, либо на глиссере. То есть прекрасно понимаем, что условия транспортного сообщения, как пассажирского, так и грузового, у нас имеют свои проблемы, которые не решаются довольно продолжительное время. Но для решения данной проблемы есть выход. Это технологии струнного транспорта. Проект достаточно затратный, но очень дешев в эксплуатации. Понятно, что нужно привлекать федеральные средства. Ну, для этого есть у нас правительство автономного округа, есть окружная дума, есть все силы и средства. Необходимо приложить максимум усилий для этого. Главное, что выход есть. Технологии данного транспорта позволят обеспечить круглогодичное сообщение между двумя берегами в любую погоду и в любое время суток. Нужно приложить усилия, желание, стремление к достижению данного результата.